которые обрушились на землю, многие регионы оказались под водой. Мои родители 35 лет там живут. Слишком много желающих выехать. Мы не можем всех пустить. Мой любимый малыш. Мама найдет безопасное место. Нельзя растить ребенка в машине. Зато мы вместе что-нибудь придумаем. Я слышал про остров спасения. Тебя с ребенком примут. Люблю тебя. Продовольствия не хватает. Дороги заблокированы. Порты затоплены. Нет электричества. Мы найдем его. Обязательно. Я не могу вас защитить. В городах стало небезопасно. Нам надо держаться подальше от цивилизации, подальше от людей. С момента большого наводнения, которое власти предпочитают не называть потопом, прошло уже 3 месяца. Правительство явно не справляется с бедствием. Говорят, есть одна коммуна «Остров спасения», если это не миф. В приюте нам не место. Подвезите нас. У меня ребенок. Почему же вы ушли? Они хотят забыть все, а я не хочу забывать, что было до. Там лодка! Сюда! Всемирный потоп. Нам придется построить новый мир. Кино с 1 мая.